В СПК Свислоч Гродненского района ставку сегодня делают на выращивание корнишонов. Сейчас на полях хозяйства проходит испытание машина по уборке огурцов. Установка создана белорусскими учеными и не имеет аналогов на постсоветском пространстве. Дело в том, что огурцы на ней собирают лежа. С новым техническим чудом ознакомились и наши корреспонденты. В СПК «Свислоч» главный акцент сейчас делают на выращивание огурцов-корнишонов. В этом году использовали французские польские сорта, которые с удовольствием берет и торговля, и переработка. Корнишон можно выращивать в открытом грунте, что снижает затраты. Однако, чтобы сохранить товарный вид и не допустить роста огурца, его нужно собирать в очень сжатые сроки. А значит, постоянно задействовать большое число людей. Переработка предъявляет свои определенные требования. При стандарты, имеющие стандарты, мы должны придерживаться. Это от нас требует ежедневный сбор. И достаточно большое количество людей завязано вот именно на уборке овощей. Темпы мы бы могли увеличить, но стоит проблема иногда с рабочей силой. К решению важной проблемы подключились ученые. В институте овощеводства 2 года вынашивали идею нового агрегата. В результате ручной труд заменила техника. Огурцы на ней собирают лежа. Преимущество нового способа работы в поле женщины уже успели оценить. Физически легче. А так, вы знаете, работать надо и так, и так. Корзины не надо носить, и уже плюс это, как быстрее. Уже и плети не топчем. Сезон сбора может растянуться на несколько недель, ведь огурцы созревают неравномерно. За это время пройтись по плантации приходится не раз. А это значит, что более позднюю зависть можно просто затоптать. Мы разработали платформу уборочную для огурца. То есть это позволяет исключить уже движение людей во время сборки по плантации. Исключается травмирование растений, что очень важно, потому что если несколько раз пройти вручную уборку, то уже плантация это долго плодоносить не будет. Опытный образец изготовлен в Лиде. На постсоветском пространстве аналогов ему пока нет. Сейчас в республике рассматривается вопрос о создании сырьевой базы по выращиванию огурцов. Технические овощеводы уже к этому готовы. Маргарита Ушкевич, Виктор Бак, агентство новостей, Гродненский район.